Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами обзор игр тестовых версий на Android. И сейчас у нас игрушка Racing Extreme 2. Понятно, чем она похожа на все остальные в таком плане. Сейчас просто посмотрим, что здесь вообще такого прикольного может быть. Ну, машина-то вроде ничего. И графика тоже вроде выглядит нормально. Так, ладно, это у нас первый автомобиль. Так, выберите грузовик для покупки. Какой еще можно, еще какой-то взять? Так, у нас 76 тысяч. А стоит 75. А это сколько? 69. Мощность 261. Так, здесь тоже 261. А в чем разница? А, вес. Здесь вес больше. Тупо вес больше. Ну, я не знаю, лучше, хуже. А, тут 340, а здесь 341 мощь. Это у нас типа додж. Да, типа доджика. Ну, сделал не очень аккуратненько. Ну, в принципе, хрен с ним. Так, и что еще можно? А, вот этот еще можно. Нет, совсем как-то не очень. Графика тут прям, ну, совсем жесть. Кастомная. Так. Здесь 305. Мощность 232. Здесь 261. Тут тоже 261. Блин, ну давайте, а какой еще можно? А, это уже нельзя. А какие еще есть машины? А, понятно. Так, ну давайте тогда возьмем, наверное, вот эту. Цвет грузовика. Да, не густо. Нажмите здесь. А что, а тут какой цвет есть? Блин, ну здесь-то покруче цвета. Черный такой. Желтенький, зелененький. Давайте вот этот, наверное, цвет возьмем. Тянет. Пусть будет зеленый. Да, купим, короче, эту, хрен с ним. 69, да. Новый уровень, поздравляем. Плюс игрушки, то, что она на русском, естественно. Поделись, чтобы получить $500. Да не надо нам, мы так посмотрим. Нажмите, чтобы вернуться в главное меню. Так. Так, для следующей гонки, да? Ну, давайте. А, там еще есть настроить. Дилер грузовиков, мои грузовики, то есть гараж и улучшение. Ну давайте гонку сначала. Теперь у вас есть свой грузовик, я устрою вам гонку. Так, одиночная, естественно. Выберите уровень сложности. Так, ладно, не успели. Так. Не успели. Но я тут не понял суть прыжка в плане того, что если... Ух ты, прикольно-то, нифига себе. Да. В плане того, что как бы, ну, понятно, когда трамплин можно прыгнуть, да, когда просто ты по земле едешь, зачем, не знаю пока суть этой, но ладно. Так, дальше. Прекрасно, ваш успех привлек спонсора, уже назначено... А, уже назначаю встречу. Я уже давно в этом бизнесе, поэтому могу точно сказать, у вас есть потенциал. Скоро начнется сезон, и мне нужен хороший пилот, такой, как вы. Как насчет контракта? Одержите несколько побед, и я вам заплачу. Понятно. Ну, давайте попробуем. Может, получится еще раз. А, это средний уже уровень сложности. Эх ты, черт. Я хотел просто красиво сделать, ну ладно. Короче, все время лучше на зеленые попадать, все время нажимать, тогда будет нормально. Так, сколько мы получили? Дровивка на 24 месте. Нормально. Так, потрясающий результат. Так держать, продолжайте в том же духе. Ого, вы показали отличный результат. Роксана, один из боссов района, обратил на вас внимание. Я думаю, что вы можете с ним посоревноваться. Нифига себе. Ну, сейчас мы, по сути, должны проиграть, потому что у нас нет никаких улучшений. Так, попробуем, конечно. Thank you.
прыгает он довольно высоко, конечно. Как ни странно, мы победили. Я думаю, мы проиграем. Так, что у нас дальше? Что, все? А, давайте посмотрим улучшение. Вы можете выбрать то, что хотите улучшить. Понятно. Это у нас двигатель. Так. А, бесплатно? Ну, давайте. Бесплатно, конечно. Почему бы и нет? Так. А, двигатель, ладно. Коробка передач. А, коробка передач не бесплатная. Так, а сколько стоит? 1935. Ну, у меня, в принципе, есть. Ну, ладно, почему-то пишет. Великолепно. Теперь вы знаете, как улучшать грузовик. Возвращайтесь в магазин улучшений, когда начнете проигрывать гонки. Когда начнете проигрывать. А чё, блин? Ну, чтобы не проиграть, давайте мы сразу улучшим. 1935 купить, конечно. Так, это что у нас? Турбо купить. Так, а нитро? Надо нитро нам улучшить. 4000. Давайте. Выхлопная труба. Все, короче, по минимуму купим. 5000, ни хрена себе. Корпус нормально. Шины тоже дорого. А, ну, то есть все, в принципе, мы больше все остальное не сможем. У нас денег не хватает. Так, а какие вообще там есть? А, ну это просто менять. Хорошо. Так, что тут настроить? А, наклейку можно. А ну-ка. У меня нету денег. Денег нету золотых. А, тут в деньгах еще есть. Это у нас типа огонь. 3 стоит. 8. 5 тысяч. О, 6. Давайте купим, хрен с ним. Так, цвет наклеек. О, смотрите-ка. О, зеленая клейка выглядит. Пусть зеленая будет. Цвет грузовика. О, такой. Так, все, есть. Ну все, погнали. Сложность невозможной. Ни хрена себе. Невозможно, а как на данном? Вы просто не сможете победить на этой машине. Советую вам провести несколько обновлений. Пока мы ничего не можем улучшить, у нас денег нету. А где тогда улучшать? Здесь, что ли? Рейтинговая гонка. Так, ну давайте, что у нас тут. Есть. Блин, чуть-чуть не получилось. Ну-ка, газик добавим. Ух, ну прыгает он, конечно, круто. Не знаю, с чем это связано, то, что он как бы прыгает хорошо или это плохо, но он выглядит это классно. Так, что мы? На 23 месте, да? Поднять топливо до 15 и заправить полный бак. А как его сделать? А, рекламу надо посмотреть, понятно. А, нет, не рекламу. Стоит 209 рублей. Не, не будем мы тогда... Так, у нас, в принципе, сейчас хватит еще, наверное, на пару гонок. Да нет у нас денег, что вы хотите? Мы без денег играем. Так, давайте, что у нас там осталось? 6. Ну, я думаю, мы сможем еще. А, ну еще 5 гонок мы сможем сделать, нормально. Средний уже уровень, нормально. Ну, это очередной клон игры CSR, которая намного лучше в этом плане. Там и графика, и вообще гоночки. Блин, кстати, надо ее установить. Блин, она просто весит много. Ну, ладно, попробуем установить. Там тоже, конечно, игрушка классная. Так, что тут у нас? Победили, естественно. Так, у нас осталось 5. Но мы, наверное, дальше не сможем пройти уже, да? Рейтинговая. Средний все равно еще пока. Средний. Значит, сможем еще. Прыжок. Ах ты, блин. Почти я хотел по-другому сделать, ну ладно. Все. Вот мы тоже победили. 21 месте уже. Так, еще у нас 4 осталось, да? Ну давайте, нажмите до следующей гонки. У вас заканчивается топливо. Хотите посмотреть видеоролик и получить за одну единицу топлива? Нет, спасибо. Теперь можно стартовать ежедневные гонки. О, классно. Ежедневная гонка. Лучше награда каждый день. Так, 13500. А что надо сделать? А, просто гонку пройти?
Так, сейчас попробуем еще раз. А, тут тачка другая. Что я только сейчас заметил. На ежедневной гонке дают другие тачки. Слишком рано. Нифига себе, она прыгает, вообще жесть. Так, ну мы прошли, естественно. Типа это, что это, бык. Типа быка машина, в виде быка. Так, специальное предложение. Ну понятно, покупать. Так, а следующее, а это второй день, завтра будет. Следующая гонка через 2 часа. Хорошо. Так, у нас 23 тысячи. Ну, мы сможем лучше с вами чем сейчас. Давайте вот это лучше купить. Так, потом мы с вами... Турбо у нас второго. Так, это... Вот это шину купим еще. Так, и я думаю, мы сможем с вами... У нас 12 тысяч. Давайте, наверное, турбо 7 тысяч купить. Остается 4 тысячи. 579. Коробка передач. Что там? Коробка передач. Это нельзя. Давайте вот это возьмем. Нитро нельзя. Это нельзя. Ну, давайте тогда еще и вот это купим. Все. Теперь мы все деньги потратили. А так, давайте посмотрим, какие еще есть. Посмотрите ежедневное предложение. Окей. Так. Сейчас с вами прервемся на пару секунд. Так, продолжаем с вами повтор. Так, просто там в клешке нашелся противник, поэтому пришлось запись остановить. А сами знаете, кто в лиге играет в легендарной, там каждый поиск занимает очень большое время, поэтому, когда кто-то находится, надо сразу бить. Так, ладно, мы смотрим, какие грузовики есть. Значит, у нас сколько стоит? 164 тысячи! Нифига себе! Так, ладно. О, Хаммер. Ну, типа Хаммер, да? 298 тысяч. О, какой, нифига себе. Дракон. А, нет, это динозавр. Раптор GT-105, но это уже за деньги. Такие автобусы есть. Да, с колесами мы тут, конечно, прям под самый этот небалу сделали. О, такая есть, типа спортивная. 151 тысячу стоит. Да, понятно. А, ну и все, в принципе, не очень большой как бы этот, но... Так, что это у нас такое? А, так это другие эти, там, другие машины будут. Ух ты, блин, какая, смотрите, нифига себе. То есть тут немало машин, тут под каждый класс своя машина. Ого, прикольно. А, Супермен? Хе, прикольно сделали. Так, и какая там еще есть у нас, самая последняя, посмотрим вот эту вот. А, это первая, вот пятая, значит. Ух ты, нифига себе. Понятно, что это у нас. Шевроле. Ух ты, нифига себе, круто. Ну и цена, конечно, у них, да, крутая. Ух ты, вообще жесть. 650. 705. 900. Ну все, ладно, дальше уже, в принципе, нормально. Машин много, но стоимость, конечно, их не маленькая. Так, ну давайте, что я думаю, мы сыграем гонку еще. У нас есть, наверное, я думаю, шанс теперь гонку здесь пройти. Так. Да, нормально. Ух ты, вот это же классный был. Так, что мы победили? Победили. Новый уровень, поздравляем, 4-й. Плюс одну дали, одну эту. Блин, в CSR там хотя бы по 10 давали вроде бы. Я давно, правда, не играл, но там побольше дают. А здесь, блин, по одну всего. Так, ладно. Что, у нас 3 осталось? Сможем еще одну? Как бы оценили эту игру? Давайте не сейчас. Давайте. А, вы не сможете уже, да? Уже не сможем. Улучшить давайте. Зачем нам? Можно двигатель улучшить? Или что тут у нас еще? 4-й, 2-й. Так, так. 3-й. Давайте турбо еще улучшим. А, не хватает денег, блин. А двигатель? Давай двигатель тогда. Купить. Так, теперь мы сможем? Сможем.
Вот следующий сейчас босс будет, походу. Или это не босс, это перед боссом, как бы его вторые правые и левые руки, видимо. Сейчас посмотрим. Нормально, без каких-либо проблем, в принципе, прошли. Нам дают скидку. Да, только скидка, блин, 79, у нас ее нету. Не, спасибо. Конечно, уверен. У нас денег-то нету, чё, чё нам так говорится, уверен, не уверен. Так, 11 тысяч, мы сможем еще что-то сейчас улучшить. Давайте двигатели улучшим. Так, и давайте гонку. Вы не сможете победить на этой машине. Но все равно давайте попробуем. Ну, на самом деле, даже если нельзя пишется то, что нельзя победить, можно победить, значит. Так, что у нас? О, 14 тысяч. Давайте тогда улучшим еще что-нибудь. Так, что теперь нам надо? Давайте, наверное, нитро улучшим. Ой, не хватает, блин, чуть-чуть не хватает. Так, 8. 11. О, 4. Давайте купим 4. Так, у нас осталось 2 топлива, сейчас последние потратим тогда уже и тогда на этом обзоре закончим. Эх, чуть-чуть не хотим. Ну, все равно победили. Даже если пишут то, что нельзя победить, можно попробовать и, возможно, победить. 15 тысяч. Так, давайте еще улучшим сразу. Так, что у нас двигатель? 4-й у нас. Давайте лучше микро. 7 тысяч у нас остается. Да, не хватает. Давайте коробку передач победить. Так, ну и у нас последнее это. Попробуем. Может, получится. 12 тысяч дают. Нормально. О, нормально приезжает, да. Ну, в итоге не очень легко, но все равно победили. Вот 5-й уровень. Так, все, у нас нет уже топлива. На этот раз вам заправят бак бесплатно. А, так бесплатно еще, классно. Так, что там улучшить можно? Еще что-нибудь, да? Так, это у нас есть турбо 2000. Давайте вот корпус улучшим. Так, ну все, пока больше не хватит. Так, ну что, я думаю, наверное, мы заканчиваем на этом. В принципе, мы с вами все посмотрели здесь. А, сложность уже невозможна. Нет, тогда не будем. Можно рейтинговые. Короче, есть рейтинговые гонки, есть каждодневные гонки. Есть починка автомобилей, механик, да? Так, о, это же клиент. Добро пожаловать в мою мастерскую. Я могу выжать из вашего двигателя максимум. Знаете что? Так, как вы здесь впервые, то можете опробовать мою модификацию бесплатно. Правда, это временное усиление, так что заходите еще. Давайте. Осталось гонок 2. Блин, все равно невозможно пишется. Все равно невозможно. Ну, давайте попробуем, даже если невозможно. Так, ну, благодаря, видимо, модификации мы победили, но хотя уже, конечно, да,
заметно, что очень тяжело. Так, ну давайте улучшение еще. Так, что мы можем улучшить? Турбо, да? Турбо. Нам колес надо улучшить по-любому. Так, 9000. Сцепление. Давайте еще и колес сразу до 4. Так, что у нас сейчас там? Все равно невозможно, блин. Ну, хрен с ним, попробуем. А, тут надо 3 раза было сыграть, я думаю, 2 раза, ну ладно. Блин, почти. Все, нагоняет уже, зараза. Эх, чуть-чуть не прошло, не получилось. Так, ну все равно какие-то деньги дают, да? Так, ну ладно, если там типа нельзя, тогда давайте хочу посмотреть просто механик, что здесь. А, бесплатное активирование, бонус мощности. А, понятно, здесь мощности активируются. Так, ну в принципе ладно, давайте закончим на этом. А, в принципе посмотрели, что такое у вас, что это за игрушка. Так, что здесь в настройках у нас? Понятно. Все, в принципе, больше ничего такого нет тут. Грузовики сами посмотрели. Естественно, акции, которые вам предлагают купить. За один раз можно сыграть 10 гонок. Потом надо будет подождать какое-то время, пока опять зальется бензин. Ну и за каждый уровень вам дают одну золотую монетку, которая не очень прикольная, конечно. Потому что приходится топить. Ой, придется, наверное, копить очень долго. Если в бесплатном варианте, как я играл. Все, на этом тогда заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.